Привет, это канал «Жизнь в Украине». Сейчас вы увидите следом за этим видео подборку хроник Евромайдана 2013-2014 года. Это реальные кадры, которые я снимал неоднократно, ездив в Киев и Житомира на марше миллионов, когда была бойня на Грушевского. Я был во время событий, когда Беркут блокировал улицу Банковой администрации президента. Вторая часть кадров – это съемки моего друга, соавтора видеоканала Владимира, который в это время жил непосредственно на Майдане Независимости, буквально в пару метрах от того, что происходило там. Он все это слышал, видел. Каждый день туда ходил на работу, и также то, что видел, снимал регулярно, записывал хронику. В результате мы собрали самые яркие кадры из того, что происходило на протяжении ноября-февраля 2013 года, и хотим это снова показать и напомнить. Год спустя об Евромайдане и о революции достоинства я могу твердо сказать, что я не жалею о том, что произошло, и наоборот, я горд своей страной и горд своим народом. Революция не закончилась, не закончился Майдан, мы продолжаем его и дальше. В общем, смотрите, что получилось. Чтобы показать не только нашему правительству, а показать всему миру, что мы хотим в Европейский Союз. Телевизионщики, ты тоже полезен. Нет. Сегодня как раз спал, сегодня получилось. Захватывали это, не так будет делать. Приведите на провокации! Титушки! На бабло партии охране! Расставали провокации, побили милиционеры! Девчат краще залишайте тут. Ну для чого їм дихати гадно? Хто що приносить, бачите, носки, рукавиці. Люди самі приносять. Оці нові одіяла, теж привезла одна жінка. Хто забув свій зелений чай? Дуже смішний, напевно. Дали нам територію захисту, вони до останнього, коли, наприклад, вчора вранці, коли після Майдану нас розігнали, побили, ми прийшли сюди, нам вони перші допомогли, розімкнули нам ворот, щоб ми зайшли. І коли Беркут вранці приїхав, щоб нас знову замістити, вони
дали нам згоду, щоб ми зачинили ворота і нас захищали до останнього. Я поняв, де я? Там уже чай готовий, да? Так. А от там ми вам залишимо. Я з Кам'янця-Подільського, але я навчаюсь в Києві. Ми тут хотіли допомогти просто звичайним людям, які сюди приїхали без житла, вони тут замерзають. Тому було б набагато краще, якби не знаю, ми просто допомогли тим, хто не в Києві живе, а просто тут приїхав з власної ініціативи. Та насправді просто неможливо сидіти вдома. Ну просто неможливо, коли таке відбувається в країні. Я вчора весь ранок проплакала і сидіти склав все руки просто. Горячий чай! Не спите!
Я не знаю, що там. Треба